Ты ходишь, виноватишься. Это чё? Это чё такое, а? Подумать только, но театр Чехова изначально был магазином. В первозданном виде это были два здания, в которых располагались торговые ряды. А принадлежали они братьям Сурикову и Баландину. Эти окна, всего их 17, были большими витринами гастронома Сурикова. До 1924-го торговля велась, и даже в годы гражданской войны. Во втором здании были промтовары. Также здесь жила семья предпринимателя, а соединяли их арочные ворота, которые сохранились и до наших времен. В советские годы в одном из зданий располагались зооветтехникум, областное сельхозуправление, медучилище. Во втором здании был кинотеатр «Искра», позже переименованный в «Ударник», а с 1963-го ставший детским кинотеатром «Пионер». В 1982 году произошел крупный пожар, из-за которого здание пришлось реставрировать. А вот после ремонта сюда въехали театралы. С тех пор актеры-чеховцы радуют павлодарцев своими постановками. Сегодня магазины Баландина и Сурикова – одно сооружение. Архитектура этих зданий практически никак не изменилась с дореволюционного периода. При реставрации постарались воссоздать первоначальный облик. В Павлодаре многие места, здания и даже просто архитектурные детали несут огромную историю. И я, Артем Клеван, расскажу вам о них, но уже в следующем выпуске «Подумать только».